motherfucker. What's up, ребятки? С вами канал Legend of Play Racket, это Subnautica Below Zero. Мы продолжаем наше удивительное приключение и выживание на этой водной планете. Так, а тем временем, где мы остановились и что мы изучали? Почему? Потому что все, что было раньше, мы все забыли, потому что мы очень долго проходили другую игру. Времени не было, теперь нам нужно вспомнить, что мы вообще сделали здесь. Для этого давайте обратимся в инвентарь задач. Технические удары создают непрерывный шум за счет усиления звука, удары используются актерами, следовали пацанами, Чего мы сегодня начнем? А сегодня мы начнем, наверное, с того, что мы будем собирать артефакты архитекторов. Это нам понравится корабль Орех 5000. Итак, что нас ждет впереди, только одному впереди известно. А мы поехали. Поехали! Отправимся на отметку 470 экстрим. Когда в море прохладно. Где-то там этот артефакт находится, и нам нужно его достать. Судя по каким-то непонятным движениям. Святая селедка, вы видели это вообще? Первый артефакт. Мы уже почти близко к нему подобрались. 200-190 метров. Он находится в какой-то дырени. В низине какой-то дырени. Поэтому мы аккуратненько. На самых вообще прям... И что здесь у нас такое? Данное новое место. Возможно, его данные расскажут мне что-нибудь ценное. Я собрал достаточно данных для экстраполяции местоположения компонента для моего тела. Добавлю сигнал. Местоположение сигнала загружено в КПК. Что это такое? Это какой-то позвонок. Ответить. Давайте. Как люди существуют с таким ненадежным и недоразвитым телом? Прошу прощения, мое тело отнюдь недоразвитое. Я очень хорошо над ним работала, чтобы привести его в нынешнюю форму. В целом, форма не идеальна. Она использует примитивные шаровидные суставы. Честно, вот эти какие-то непонятные разговоры утомляют. Это, я понял, это сверхэволюционный, это принтер. Он печатает какого-то скелета, потом кожу насаживает. Я такой в пятом элементе видел. Да, вы поняли, а технологии, они скакнули. Да, у нас и сейчас такое есть. Угу. Так, здесь что у нас? Здесь у нас что-то похожее, да. И здесь у нас что? Здесь у нас куб. И все, больше ничего, только куб. Ну, получается, что ничего нет. Это все, что здесь было. 270, 260, 250. Какая-то щель. Я думаю, нам лучше вниз сейчас прям отправиться. Прям вот срочно вниз отправиться, потому что над нами огромный левиафан. О, смотрите. Найден тобой артефакт содержит следы информации о том, что стало с моим народом. А что с ним стало? Потому что прям просветишь нас. Твой народ вообще накосятил жестко. Переразгребать приходится нам. Так, мы приплыли в какую-то шахту. Это... Смолянюки. Еще один камень энергетический, куб. И куча смолянюк каких-то. Сейчас изучим, что это такое. Пробоотборник. Пробоотборник грунта. Собирает такие штучки, короче, чтобы потом понять, что это за штучки. Сложная наука. Ладно, вылазим отсюда. Вот. И у нас здесь левиафан. Мы вырвались наружу. Летим на следующий наш артефакт. Следующий наш артефакт, вот он прям подабит. Значит, нам нужно нырять сейчас на глубину. Что мы с вами сейчас и сделаем? И мы погрузились все глубже и глубже внутрь расщелин. Мы прям вот где-то. Какой большой цветок. Вау. Пусть, прикинь. Все глубже и глубже погружались в этот удивительный мир. Смотри, как красиво прям, завораживает. Так, я нашел. Именно так. Это то самое место. Почему закрыто? Ух ты, а теперь открыто. Помогло. Какие-то деревья растут. Декоративное растение. А здесь много, смотрю, всяких растючек. Это, походу, это какой-то склеп. Вот есть ноги, руки, череп, скелет. Это кость. Это остатки. Это статуя. Это какая-то статуя. И, походу, больше здесь ничего полезного нет. Ну, реально, да. Ничего не ищет. Значит, здесь ничего искать и не нужно. Короче, какая-то вообще ненужная история была. А мы отправились дальше. 200 метров. Нет. Здесь есть расщелина. Походу, под медузой где-то проход. Я думаю, нам хватит запаса кислорода, чтобы вернуться обратно. Если не хватит, это что? Это печально. Этот артефакт может содержать ценную информацию. Помню это место, где мы можем найти важные компоненты для моего тела. Суровый ландшафт, поверхности холодные, опасные, в небо устремляются искренние шпили. Это вот описывает, что там у него там. Все, мы же все забрали. Мы вот эту штуку исследовали, и больше ничего не нужно.
исследует, да? По наитию ему какие-то там воспоминания приходят. Мы ему картинки показываем, он такой, да, помню этот улицу, этот фонарь, помню, да. Что-то припоминаю. И мы вот, собственно, на этих припоминаниях и держимся. Сейчас мы быстренько все артефакты изучим, поймем, нахрена мы это делаем, чтобы дальше двигаться по сюжету. Как люди справляются с потерей воспоминаний? Мы стараемся извлекать уроки из истории. Может, это не идеальный вариант, но другого у нас нет. Что бывает, когда у вас больше нет чужих воспоминаний, которые можно комбинировать со своими? Тогда ты создаешь собственные воспоминания и толкования. Тебе приходится жить как автономное существо, познавать самому. Такая идея чужда для меня. А тем временем, у нас осталось еще 3 точки для артефактов, и самая близкая к ней 930 метров. Давайте отправимся к ней, посмотрим, что там. Почему это все находится в каких-то днищах? Вот честно, вот что, как мне, куда? Со мной уже кто-то гонится. Я думаю, там куда-то сюда. Смотрите, что здесь? Какая-то скрытая база. Круто! Смотрите, это, ну, это дохера вообще дырка большая. Ну, в том плане, что... Итак, мы нашли какую-то станцию, лабораторию. Не знаю, здесь есть подъемник. И нам только предстоит узнать, куда это все ведет. Давайте спускаться. Я надеюсь, что мы не умрем. Огонь. Личина краба, смотри, какие прям дохера прям огромные. Так, а тем временем у нас рельса ведет дальше нас. По кислороду пока все нормально. Но мы будем пополнять свой кислород любым возможными способами. А кто вы такие? Смотри, это креветочка. Возьму себе в аквариум. Ух ты! Это все надо вообще впечатлить. Кислорода мало. Надо быстрее. Надо все быстро делать. В общем, погнали дальше. И здесь есть поворот направо, и есть поворот налево. Я так думаю, что нам нужно налево. Хотя очень заманчиво звучит поворот направо. И да, смотри, мы пришли к какой-то штуке. С помощью этой технологии мы сможем мне помочь. Технология вновь могу найти отпечаток своего народа. Так, мы изучили этот артефакт, мы его нашли. Очень интересно, что там дальше. Давайте попробуем сходить туда дальше. Здесь огромная шахта. Здесь валяется робот, золото какое-то. Нет, здесь, к сожалению, больше ничего интересного нет. Нам нужно максимально быстро теперь отправляться назад. И мы вернулись обратно к Ореху 5000. Главное отсюда выплыть. А мы отсюда выплыли. Прям под базой у нас, прикинь. Это до издачи бых мест. Его Дада и Несомненно помогут там в поисках. Да, ну, если ты утверждаешь. Что это такое? Волчок. Слушай, я тебя заберу себе в аквариум. Ты тоже очень крутой. И нам остался последний артефакт. Артефакт архитектора Z13. Да. Далековато он находится, и находится он в холодных водах. Все прям непонятно. Вот вроде мы как бы что-то доходим, нам вроде говорят, мы нашли очень важную вещь, она нам очень сильно поможет в развитии. В каком развитии? В чем развитии? Что это за вещь нашли? Зачем она нужна? Как вообще мы с этой штукой будем работать? Ну, правда, интересно, но... Если в первой части как-то все это разжевано нам давали, показывали, рассказывали, объясняли, было интересно исследовать, то здесь ты тупо плаваешь и... Честно, у меня даже левиафаны не вызывают такого страха, как в первой части. В первой части ты прям ссался, прям. Ты прям вот, ну, ты его еще не видел, но ты уже кучу валил, и не одну. Здесь ты видишь левиафана, максимум, что тебе приходит в голову, это вау, какой прикольный, и все. Течение меня куда-то течет, течет меня течение куда-то. Так, а здесь у нас джевелинги, то есть медузы. Там у нас, походу, выход на поверхность будет сейчас. Да, у нас сейчас будет дофига выход на поверхность. Пол тысяч. Так, не забываем, что здесь ультра-мега холодно. Поэтому нужно быть крайне осторожным. Нашли еще одно место, однако я не могу сказать, выжили ли остальные. Однако тут все равно содержится ценная информация. Я надеюсь, что ты сможешь найти больше. Сеть указывает на технологии моего народа. Но изображения, которые я получаю, фрагменты повторяются. Я не могу точно определить их местонахождение. Фрагментированные изображения, почему так, так, а что, так бывает? Я могу лишь предположить, что это место глубоко экранировано отражающим материалом. Возможно, среди больших образований кристаллов. Вы тут за кристаллами. Конечно, я вам скажу, доэкранировались. Видимо, было что скрывать.
все, все данные мы отданили статуе инопланетян. Вот, статуя инопланетян, данная статуя неизвестного происхождения, собранная с высокой точностью из блоков чистой медной руды, изображенное некое существо, напоминающее кентавра из древней мифологии. Энергогенераторы сканируют, указывают, что это комплекс инопланетного оборудования, используют для накопления и быстрого выброса мегаджоуля энергии. Просто вообще прям... Наши поиски были успешны, но в конечном итоге я не имею окончательных доказательств судьбы водорода. Сети, в которую я хотел возвратиться, может уже не быть. Я ее не ощущаю. На это может быть миллионы причин. Например, что если в сети было обновление системы? Надежда из пернатых, она в душе живет и песенку свою без слов, без устали поет. Обещаю, так или иначе, но мы добудем ответы, Алан. Добавил надежды в твою базу данных. Круто! И мы отправились искать надежду. В общем, да, исследование, ребятки. Приключения.